Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», и сейчас мы расскажем вам об астрологическом прогнозе для каждого знака с 24 по 30 июня. У овнов возможны конфликты с окружающими. Будет казаться, что вас недооценивают. Чтобы справиться с негативными эмоциями, астрологи советуют больше гулять или кататься на велосипеде. Так вы обязательно повысите себе настроение. Также на этой неделе не совершайте спонтанных поступков, просто наблюдайте за событиями. Нужная информация будет приходить вовремя, и вы безошибочно примете правильное решение. Тельцы будут склонны ревновать своего любимого человека по пустякам или даже без повода. Учитывайте это, если не хотите всю неделю нервничать. Обстоятельства могут вынуждать принимать правила игры, которые навязывают окружающие. Еще астрологи советуют тельцам в этот период быть внимательнее за рулем. Востребованность близнецов на этой неделе возрастет. Окружение будет то и дело хвалить, и вам это понравится. Конечно, вы заслуживаете комплиментов, но старайтесь не терять бдительность, так как этим могут воспользоваться недоброжелатели. Дела и контакты, связанные с финансами, сыграют важную роль. В эти дни захочется ясности по многим вопросам. Любые серьезные договоренности, подписание документов лучше перенести на следующую неделю. А 25 июня вероятен сюрприз от человека, с которым вы не очень близко общаетесь. Главной задачей на этой неделе для раков станет умение распоряжаться полученной информацией. Грамотный подход к знаниям – залог вашего успеха. И приятный сюрприз от звезд: в руках многих раков окажется довольно крупная сумма денег, которой вы сумеете отлично распорядиться. В середине недели у львов будет много работы, но звезды советуют сохранять хладнокровие и не стараться выполнить все задания одновременно. Астрологи обещают девам с 24 июня финансовое благополучие, все планеты на вашей стороне, и улучшения в профессиональной сфере могут происходить даже без активного вмешательства представителей этого знака. 26 и 28 июня влияние Луны Весам открывает большую вероятность повышения по службе. Представители знака, имеющие самостоятельный бизнес, должны в эти два дня получить существенную выгоду. А Меркурий будет посылать сигналы, связанные с необходимой для Весов информацией. Появятся оригинальные и смелые идеи, которые могут быть моментально воплощены в действие. Общение с начальством в этом поможет. Притягательность скорпионов возрастет и будет заметна окружающим. Личная жизнь не останется без изменений и радостных событий. «Мой дом – моя крепость». Все мысли стрельцов в этот период будут заняты обустройством своего жилища. Можно запланировать небольшой ремонт и поменять интерьер. В субботу и воскресенье откажитесь от развлекательных мероприятий. Выходные лучше проведите дома в кругу семьи. Начиная с понедельника, звезды советуют козерогам устремиться к новым вершинам в профессиональной сфере. Успех в коллективе, поддержка, одобрение коллег, повышение по службе коснутся тех представителей знака, которые не будут лениться и выгодно используют открывающиеся для них возможности. Водолеям придется взяться за решение сразу нескольких совершенно разных дел. Вся эта неделя – бесконечных телефонных звонков, разговоров, а также встреч и знакомств. Но благодаря гармонично расположенному Меркурию в вашем знаке энергии будет много, и вам, вероятно, даже понравится этот сумасшедший ритм жизни. С 25 июня творчество полностью захватит рыб, что вполне вероятно отразится и во внешнем облике. Женщины-рыбы захотят поэкспериментировать со своей внешностью, стилем одежды, макияжем, что, естественно, не останется без внимания противоположного пола. Следуйте подсказкам нашего астрологического прогноза, чтобы ловко преодолеть все преграды и прийти к желанным целям.
С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!